Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня играем на Родина РП, Центральный округ. Мы здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить моник при регистрации. Если вводите моник и прокатите третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Также можете вводить мой промокод на шестом уровне, за него получите очень хорошие плюшки. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня будет очень интересная серия, сегодня у нас будет и дерби, и гонки на желание, и также будет погоня от ФСБ. Поэтому, пацаны, смотрите видео от начала до конца, если что, с Сашей я помирился, мы решили обо всем забыть и просто дальше общаться. Поэтому, как бы, забудьте про наш конфликт с Сашей и просто смотрите видео, наслаждайтесь, ставьте лайки, там, подписывайтесь на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну ты понял, в чем вообще суть? Просто надо там толкаться будет. И типа, кто кого сталкивает, тот выигрывает. И флаги еще там надо забирать. Ну тут только никого нету, но похуй, мы вдвоем с тобой поиграем. Войти в игру и убирай машину. Давай, чтобы было типа честно, я выберу тоже первую машину, короче. Потому что, ну, я тут уже прокачанный, но здесь людей, короче, мало. И надо забирать флаг. Флаг отмечен на карте, на мини-карте, понял? Смотри. Я вот флаг забрал. Твоя задача не дать мне довести флаг. Блять, я думал, не получится у тебя мне вытолкнуть. Смотри, на мини-карту там флаг есть, короче. Ты должна тоже его забрать. Ну хуй тебе. Он внизу был, а ты наверх поехала, да? А, да. А мне надо его сейчас наверх доставить, короче. Давай, 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 давай. Опа. Ах ты как, блять, как? Да ну, блять, я не успел нажать, чтобы он поднялся. Да ты заколебала, блин. Я не могу второй раз уже флаг доставить. Я думал бы попроще с тобой. Все, я застряла как блять. Бы. Стоять, женщина. Стоять. А как отсюда выехать? Подожди. Подожди, как выехать отсюда? Сама думай, блин. Я не знаю, ты там никак не выйдешь. А что ты по кругу едешь? Что мне делать? Да эти барьеры к ним подъезжаешь, сигнали, что они опускаются. Молодец, кто первый? Кто будет первый? Где он? А, нет! Чё-то тебе тут вообще не везет, я вижу. Блять, я не могу как спуститься. Я хочу спуститься красиво. И у меня получилось красиво спуститься. Да? Бля, как сюда обратно теперь съехать? Ну, как? Папи. Ебать, я просто мастер, нахуй, фломастер. Ай. Ебать, я перевернулся просто. Нет. О, уже у тебя флаг появился. Вон он, вон он. До свидания. Пиши письма мне, пожалуйста. Я мастер, не видишь? Я задом просто тебя выиграл. Ну ты баклажан, конечно. Опа, наебал. А ты не поднимешься наверх? А кто тебе сказал, что я не поднимусь? Ах ты, ах ты. Ебать, я тебя наебал просто, как девочку, да? Как первоклассец. Блять, блять, блять. Наебал. Ай, блять, ебать, это было красиво просто. Короче, нужно ехать прям до конца полностью. По трассе просто едешь и все. И когда мы уже въедем в город, там будет финиш. Че? Еще раз. Говорю, нужно ехать до конца трассы. Доехали. И до расы, блядь. Давай что-то прокричать на рынке. Да. Сколько на меня. Я обратно еще один, нахуй. Давай сюда встанем, подожди. Давай сейчас решим этот желание. Потом уже поедем. Порнушку. Посмотреть прилюдно. Хочешь, чтобы мне канал забанили? Нужно будет встать на рынке и спеть песню. Раз, два, три. Ах ты, блядь, ты багом пользуешься. Кстати, подрезать тоже можно. Нет! Ты в курсе, что меня за это могут? За что? Так ты улетела просто. Давай, женщина. Да! Ебать, ты улетела, как солдатик, да? А где ты? Ты умерла? А нет, ты... Ебать, ты далеко улетела. Ты до воды не долетела? Да, почти до воды. Чё ты в меня хоть вдепалась? По-моему, с тобой ФБР выехал.
По-моему, да, кстати. Давай, раз, Давай, два, раз, два. три. Потому что мне сейчас будет... Без этого, без бага. Без бага? Так а хули ты так быстрее едешь, чем я? Я легче. Я не хочу петь на лошади, так что... Зато ты ВБР скрываешься. Давай с багом, заебало. Нет. Да что нет, мы не договаривались. Вы заштанули, ты так говоришь, давай без бага. Все, без бага. Да тут у тебя пинг, походу, меньше у меня. Блять, нечестно, мне звонят, нахуй. Да нет, блядь! Ну какого хуя, блин, не звонят? Сука! Спасибо, ребят, кто звонил в этом фильме. Да так нечестно, блядь! Кто-то сейчас тебя багом обгонит. Без бага, окей? С багом мне звонят, так нечестно. Да, блядь, обратно, сука! Пидорас, блядь! Сука, блядь! Да пидорас, не звони мне, нахуй! Как его выключить, блядь? Сука, как телефон выключить? Так нечестно. Я не могу телефон даже выключить. Да так нечестно, блядь. Да ну не, так нечестно. Мы так не договаривались. Да нечестно так, ебать. Я не могу нихуя сделать, когда он мне звонит. У меня тупо, ну, короче, игра зависает. Иди пой. Да нечестно, он мне звонил, он не мешал. Я не знаю, как телефон выключить. Сука, блядь, нахуй мне звонит. Я извиняюсь, если это подписчик, типа, ну, блядь, ты так не вовремя просто. Давай байкеров стопни. Очко свое стопни, блядь. Ай, блядь, мне пизда, походу. Ты должен попить. Я ним закона, то сегодня пенис, ебать. Ничего, что мне повязали, а ты там покушать пошла, да? Как долго вы находитесь в розыске? Отсоси, расскажу. Так что, сосать будете или нет? Да, разучились. Ну, фак остался, то, что вы сосали. Это новая шутка под названием «Тоби жопа». Ты отправляешься в тюрьму строгого режима. Не выиграла ты, гонки не было. Я выиграла вообще. Давай я в тюрьме буду петь. Артём, пальчика захуярю, подожди. Надеюсь, ты в год. Игрок отключил телефон. Охуенный адвокат, который телефон нахуй выключил.